Кому билетик? Телеканал «Донбасс» разыгрывает пригласительные на лучшие концерты, спектакли и премьеры фильмов. Получить их может каждый телезритель. Анна Миронюк встретилась со счастливыми обладателями билетов и готова рассказать подробности. Выиграть билеты на концерт любимой группы ДДТ студентки Ани помогли друзья в интернете. Девушка получила пригласительные, просто разместив сообщение телеканала о конкурсе на своей странице в соцсети. Аня признается, такого накала страстей между участниками не ожидала. Я убедилась, что это все-таки замечательный канал, и в принципе он людям не только достоверную информацию преподносит, но еще и как бы такие приятные очень моменты. Дончанин Женя играет песню, которая принесла им с другом победу и два билета на концерт. Если б я был мэром Донецка, город сожил бы тогда не по-детски. Я бы в два раза уменьшил квартплату, я бы ветровки сделал светло. Я бы построил донецкий метро, я был бы великим правителем. Благодаря хиту про пятницу Женя и Костя выиграли билеты на концерт его автора Семена Слепакова. Телеканал «Донбасс» проводил в интернете конкурс куплетов в стиле барда. Друзья написали свои слова на композицию. Это текст о реальном человеке. Как раз перед конкурсом ехал в трамвае на работу. И там сидел такой дядечка подвыпивший. И он рассказывал всему трамваю, как управлять городом. Студентки Наташа и Таня получили билеты на концерт Земфиры за победу в конкурсе аматорских видеоклипов. Если бы можно выиграть нам на Земфиру билеты, мы вам на память оставим эти куплеты. Наталья решила поучаствовать в конкурсе, чтобы сводить на концерт подругу. Я смотрела передачу по Донбассу «Ты по надусе», и вот там, где моя подруга выиграла билеты на Семена Слепакова, потом я говорю, ну что же, ты выиграла, теперь я должна нас сводить куда-то на концерт. Достаточно просто внимательно смотреть эфир, позвонить в нашу студию по номеру горячей линии, и буквально уже завтра и послезавтра те, кто позвонят в нашу студию, получат билеты в оперу и в кинотеатр. Выиграть билеты можно и в программе «Лайв Донбасса». Приходите в эту субботу в 9:30 на центральную площадь Донецка и абсолютно бесплатно, без всяких усилий, кто-то из вас может получить билет на балет, лесная песня, ну и либо пригласительный в кинотеатр. Анна Миронюк, Николай Добрянский, Александр Соколов, телеканал «Донбасс». К этому часу у меня вся информация, а выпуск продолжит моя коллега Светлана.